Итак, всем привет, дорогие друзья, мы сегодня поиграем в Сталкер Тень Чернобыля. Кстати, зацените, охренеть, какая у меня стала вебка, посмотрите. Пара-пара-пара-ра-пам-па-пара-пам-парам-парам. Она не лагает, вы это понимаете? Она не лагает. Не лагает вебка, охрененно просто. Я сам сейчас охренел. Ух, так, ну что ж, давайте приступим к новой игре. Новичок. Кэширование объектов. Охрененно обосраться, аж у меня двойной калаш. Пам-пам-пам-пам. Вот сейчас вот сам на себя смотрю, охреневаю просто. Вот вы смотрите просто. Даже руки не размытые. А я сам не знаю, что случилось с моим компом. Он просто как взлетел до небес. Я ничего с ним не делал. Раньше вебка вообще говно была, а сейчас... О! Охренеть. Короче, море всяких у меня сейчас впечатлений. О, просто. Зацените, хрень какая. Вообще, да? Сожру сейчас. Сожру вас всех. Я вас всех сожру. Ну что ж, ладно, хватит. Чё так долго? Реально. О, да неужели, да неужели, да неужели? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, два, раз. Ох, охреневаю просто. Чё с моим компом? На-на-на-на-на. Фух. Геометрия? Чё за геометрия? Вы там загружаете? Случай не урок геометрии, а то мне это сейчас вообще не хочется. Ох, так, раз... раз на матрас, так. Надо ждать. У мобилки, что ли, посижу? Мне там случайно денежку не начислили? Мои хозяева говорят то, что до 100 баксов есть там. Короче, в YouTube доберешь, а 100... Ну, то есть не 100 баксов, а 100 долларов. А 100 долларов это... 6000 приблизительно, и тогда их можно будет снять с AdSense, там все будет супер. Так, давай, грузи. Ну, так вот так, синхронизация. Впервые играю в Сталкер, если честно.
это уже понятно. Чё от меня хотите-то? Что он нашел? Наверное. О, а этот живой, этот живой. Счастливчик, счастливчик. Хотя, хотя. Кто знает, что, что знает, для тебя что лучше. Для тебя лучше. Пойдем посмотрим. Пойдем что посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Че с моим звуком? Твоя дивизия. Ой, жрет тут вообще. Вот ты. Жиртрес, худеть тебе надо. Тело, тело. С грузовика смерти. С грузовика смерти. У него, у него метка. Правила знаешь? Правила знаешь? Выбрось его. Выбрось его. Ведь он живой. Так ведь он живой. Ты врешь. Не может быть. Не пусть может меня быть. Зона пусть меня зона сожрет, если вру. Давай его сюда. Давай его сюда. Что-то у меня с этими, с голосовыми параметрами слегка не то. Так, за эту фигню, так, я дам тебе, за эту фигню, я дам тебе. Короче, меченые. Я о, тебя здорово. Спас, и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хоть... Что я должен сделать? Не подскажешь? О, прикольно. Тут это наклоняться можно, да? Так, что я тебе сделать-то должен? Дверь заперт. Как ее открыть? На F, на E. Ну что стоишь? Подходи, я не. А где типа подойти надо, что ли? Ну давай, я подошел, чё? Говорить? Чё? Выбирай, как мы с тобой поступим. Значит, убирай. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Либо я буду с тобой, как с опытным сталкером. Получай задание и вперед. А, ну... Ничёный, давай с новичком, ничего не помню, давай на скопытном мозги буду парить. Торговать. Нафига ты эту дрянь тягаешь? Как мне с тобой поговорить, Вася? Ты чё себе за рожу скорчил, батька? Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Либо я... Либо ты ничего не сделаешь. Так, 40... Вещи... Обычная, плотная, кожаная куртка. Ты бы еще консервных банок насобирал. Консервная банка. Че мне
с тобой делать? Как мне... Дверь заперта. Найти стрелка. Ты куда хочешь, чтоб я пошел, чтоб я нашел этого стрелка? Родной, тут двери-то закрыты все. Как мне двери открывать? Не подскажешь? Так, ну-ка. Так, игра. Надо это нам перейти к управлению. Так, действие вправо, Dance Mode, так. Так, шаг, бег. Так, ну-ка. Очки, тап, артефакт. Сетевая игра. Так, пауза. Выложить Г. Фонарик М. Контакты Х, карта М. Задача П. Так, ну чё, родной? Фонарик Л. Ха, работает. П. Самое главное, даже ни хрена не напишут, что надо сделать еще. Найти стрелка, карта зоны. Меченый. Помеченный. Так, активные. Так, убить стрелка. Ну что, я тогда уже... Так, чтобы... Что тут у нас? Блин, солнце у меня там шпарит, ничего не вижу. Это шутка. А, в ящике ничего нет, да? Слушай, батька, ты мне куда идти-то предлагаешь? Дверька-то закрыта. Я что-то не досмотрел. Сейчас конурел какого-то мужика, ничего не помню.
при себе только ПК, фотография какого-то мужика в КПТ, запись стрелка. Так, еще М это карта. Как мне до этого грёбаного стрелка вы... Радар хотя бы есть? Меченый, помеченный. Как мне уйти от тебя? Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо... Ты дверь закрыл, выпускать не хочешь, мужик. Смеешь, что ли? Может быть, у тебя что-то взять надо? Может быть, ты пуху дашь? Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебя... И я тебя. Так. Рюкзак 0 рублей. Нафига ты эту дрянь тягаешь? Ну открой. Там главное, никакого обучения, ничего, вот ты, мужик, вот только честно, ты какую-то чушь несешь. Ты меня даже не пустишь никуда, что ли? Правду говори, падла. Я тебя сейчас ослеплю фонарем, правду говори, падла. Куда идти? Чё ты мне тут рот открыл? Правду говори. Фиг ли ты глаза выпучил? Вот ты ж тупой, а. Куда идти? Как идти? Куда идти? Не, что-то я пропустил, наверное. Выход Грейв.
Давайте попробуем. О. Б. Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Как-то я, наверное, просто... Так, задача, как мне тебя включить? Можешь подсказать, плес? Так, я взялся за задание или... Нет. О. Так, ладно, друзья, без паники, подождите. Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий... И мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела. И чё? Вот ты говоришь. Найти и убить стрелка. А где его убить? Как его убить просто? Ты меня из своей этой конуры... Просто не выпускаешь. Реально, Сидорович, чё тебе от меня надо? Выбирай, как мы с тобой поступим.
Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Либо я буду с тобой, как с опытным сталкером. Чё, прости, я у тебя должен покупать, ты ничего нормального-то предложить не можешь. Что за бодягу ты мне приволок? Ради всего святого, мужик. Чё я сделать-то должен? Объяснить можешь? Давайте я его, наверное, просто найду. Что ты от меня хочешь? Говори сразу.
Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Либо я буду с тобой, как с опытным сталкером. Неплохо. Хороший товар. Молодец. Я доволен. И чё, ты меня теперь отпустишь? То, что я тебе свой портфель отдал. Довольный ты мой. Или я как-то, не знаю, умею телепортироваться по карте. Выбирай, как мы с тобой поступим. Ну что ж, дорогие друзья, я ни хрена не понял ничего в этом сталкере. Наверное, выпускать его больше не буду, не из-за того, что он мне вот не очень пошел, из-за того, что даже ни хрена не понимаю, куда мне идти, как мне вообще выбраться из его этой комнаты.